Всем привет, приветствую на канале Logon Play. Нашел я, в общем, вот в городе слез дверочку, вставил ключик, повернул и вуаля! Бамс! Королевские стоки. Канализация. Прекрасно. Прекрасная новость. Это вообще жизнь какая-то. Он еще здесь. Боженьки ты, боженьки. Это что за фигня такая? О. Фух, так. Избавились от одного. Плавать можно. Тоже плюс, конечно. Бабло. Нормалек. Какой-то звук. Интересно, от этого блин, они все тонут. Толку мне этого пердуляку убивать. Так, я-то куда пошел? Отсюда? Да, походу отсюда. О, таракан. А, таракан, кузнечик. Понятно. Отлично. Угу, хорошо. Таракана, кузнечика победили. Эти птички, конечно, меня вымораживают. Ой, что-то я нашел. А, она помогла мне их замочить. Ха-ха-ха. Отличная новость. Так. Фух, скамеечка. Это вот хорошо, что я скамеечку нашел. Только ее еще бы найти. Гусеница где-то. Сломал. Блин, еще рано ломать. Так, отлично. О! Где? Так, сохранимся. Кто-то там болтает. Так, это кто такой? Перевертыш. Бульк. Понятно. Бульк. Какой бурик большой. Так, а, ну, карты у меня пока нету, потому что... Тут... Куда? О, господи. Что это такое? Тухлое яйцо. А теперь... А где-то продолжает бегать. Сороконожки. Так. Блин, тут надо этот, как его, собирать деньги и этот, там,
1800 или сколько у него стоит. Темно тут ходить-то все-таки. Что-то я как-то вышел, куда-то непонятно. Блин, вообще теряюсь в этих помещениях. После кончины неизвестно, что делает. Вообще капец, что тут навыдумывали, ребятки. Молодцы. Так, это вообще мне гусеница кряхтит, это. Это что такое за рисунок? Куда-то я далеко пошел. Ладно, лады. Все равно надо идти. Фига себе, прыгучий ты какой. Прыгнул я до кого-то. Отлично, получил. Получил. О, кристалл я сломал. Эй. Тупик. Как всегда, любитель тупиков я. Так, валим на сель. И что тут делать? В закрытом пространстве не удается им прыгнуть. И это я, из этого я выигрываю их. Так, скамейка. Вот эта скамейка, которую я упал. Обалдеть! Он ломается напополам, и его части. Ага, тут можно сломать. Блин, да что ж вы такие все активные-то, а? Кукишки вам. Я
Я вас изучил. Так, а что у меня тут сейчас? А, у меня души нету. Я не могу это исполнить. Боже ты мой, а. Все профукал, всю душу я профукал. Шо-шо-шо. Да не вижу я тебя пока, погоди, мне тут другая задача. Надо. Прыгнуть вниз. Бабух. Отлично. Так, я на лежашку, я снова спустился. Это сумасшедший нафиг. А, фигушки вам. Видали, какой я резкий. Так. Я не могу драться в воде. Зараза. Червь тут. Война, война, война. Неплохая была. А сейчас бух тебе вот так вот. Ха-ха-ха. Сломался. Это как собака. Такие активные довольно-таки злодеи стали здесь. Черепок, бумс. О, надо сейчас заманить, смотрите. Война, 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 война. Да, была войнушка неплохая. Так. Хорошо. Ё-моё. Личинки какие-то чьи-то. Ты еще и можешь так лазить. Фу, все сломаю. Блин. Бабла, конечно, можно заработать на этом дядьке. Отлично. Живичка. Ага, маленькая судьба. Угу, хорошо. Так. Такое ощущение, что я здесь бывал уже. Ну да, я походу здесь бывал.
могу понять. А чё я сюда вернулся? Странно. Так, сохранимся. Блин, карнифера нет, жалко, а? Тут бы карнифера найти. Да ё-моё. Эти сумасшедшие меня уже достали. Хотя денежки собираю зато. Благодаря им. Хорошо. Ага, вот тут упал. О, мимо. Так. О! Кого-то я нашел. Но он пока не обозначается. Какой-то весельчак. Давай, говорит, иди сюда. Быстрее, говорит, быстрее. Это шеф. Да. Я был прав. Навозный защитник. Ага. О, блин, какахи. Ну, мне нравится больше, чем Доктор Стрэндж. Он веселый. А что он такой какой-то бессмертный, а? А, вот. Ага. Ну, понятное дело, что мы первый раз с ним тренировались. Так, блин, до него так далеко идти, я даже забыл как. Ну, ладно, ребят. Маленечко поизучали территорию. Увидимся с навозным чижевиком в следующий раз у него в гостях. Покеда.